Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигарет.нет бай. И сегодня расскажу вам про девайс от немалоизвестных ребят в УПУ под названием Drag Nano. Устройство поставляется в белой картонной упаковке. На лицевой панели нанесено изображение самого комплекта, есть логотип компании и название девайса. Также здесь указано то, что внутри нас будет ждать небольшая цепочка, благодаря которой мод можно повесить на шею. На обратной стороне указана комплектация, предупреждение и есть скретч-код, благодаря которому вы можете проверить данный девайс на оригинальность. Открываем коробку и сразу же видим нашего героя. Справа от него находится цепочка и кабель microUSB. Мод выполнен из металла и обладает довольно приятной тяжестью. С одной стороны на корпусе есть большая надпись Drag, а на противоположной разместилась довольно большая, выполненная под смолу панель и логотип компании. На боковых гранях есть светодиод, который сигнализирует о заряде аккумулятора и работе устройства. В нижней части размещается порт microUSB. Кстати, рядом с ним есть название чипа, который установлен внутри девайса. Ток заряда 0,5 ампера. Еще на корпусе есть небольшое отверстие, к которому можно прикрепить цепочку или ланьярд и носить его на груди. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. Комплектный картридж не может похвастаться своими огромными размерами, поскольку его объем составляет всего 1 мл. Да, мало, но пойдет. Сопротивление на испарителе 1,8 Ома. Еще этот картридж можно перезаправлять. Работает в режиме Power. Кнопки Fire нет, запускается все от затяжки. Работает ровно и без нареканий. Внутри мода установлен довольно крупный для столь маленьких размеров аккумулятор на 750 мАч. Как бы это ни казалось странно, но данный мод подойдет любому парильщику. Будь вы новичок в этом деле, не знаете, что себе купить, берите эту подсистему, будете рады. Или же вы опытный парильщик со стажем в 12 лет, который просто не знает, чем себя порадовать, то тоже можете взять эту систему. Только помните, что в нее нужно заправлять жижу покрепче и наслаждаться никотином и приятным вкусом и качеством производства в УПУ. Мне муха просто в ухо залетела. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет.нет бай, и до встречи на нашем канале.